конечно же, соглашусь здесь с Тимуром, что игра абсолютно похожа. Даже, по-моему, и за столько же секунд забили, по-моему, там 18 и за 20 сравняли счет. Но повторюсь, то есть игра делилась на отрезки, как в первом тайме, как и во втором, когда да, Динамо надо отдавать должное, что они играют в агрессивный футбол, они играют, пытаются своими, как можно даже сказать, наглыми действиями провоцировать наших игроков на ошибки. В принципе, то, что и случилось. Да? И когда наши игроки действовали уверенно в этих ситуациях, то мы выходили без проблем и создавали опасные моменты. Когда мы начинали, у нас начиналась какая-то паника, какая-то неуверенные действия, неточные, слабые передачи, о чем мы сегодня же опять предупреждали ребят, да, четкие, хорошие передачи с уходом, то есть то, что мы и моментами видели очень хороший футбол, который мы показывали, да, потом вдруг куда-то он пропадал, и у нас начиналось просто, мы отбивались, и как бы это не очень логично, да. То есть понятно, что не хватает опыта, очень много молодых игроков, очень много игроков, у которых нет опыта, тем более игра с Динамо, это как бы, ну, я еще раз говорю, что это чемпионы, и очень много игроков бразильских, со сборной много игроков, поэтому здесь немножко, может быть, авторитет давил, и вот эти моменты, которые у нас появлялись, когда у нас не появлялась неуверенность, они нам немножко портили всю картину общую. Ну, а в принципе, в целом, конечно, ничья – это хороший результат, но опять же, как бы, хотели победить, хотели доказать, что мы и в этом составе что-то можем, да. А еще раз повторюсь про игры Синары, которые мы проводили, то есть там вообще без опытных игроков, но мы ни в чем команде не уступали. Сегодня были моменты, но в целом, в общем, то есть я доволен игрой, и завтра, конечно же, будет следующий бой, и ни в коем случае нам надо настроиться. Понятно, завтра Динамо еще более будет мотивировано, но нам подступать некуда. Очки нужны как и Динамо, так и нам, поэтому завтра будет новая битва, новое сражение. У нас поле завтра и рассудит. Один вопрос Василий Коньков просил задать его. Умолял меня. У него маршрутка, он не успевает. Что с Андреем Батаревым случилось? Он каждый раз этот вопрос задает. А вот, не, он когда он задает, когда он плохо, других... сегодня более-менее. Вот он спрашивает, просто что случилось? Ну, ничего не... Сегодня хорошо? Сегодня... Убывающая луна, поэтому на него хорошо она действует. Это спросите лучше, это адресуйте этот вопрос Андрею. То есть мы пытаемся, мы стараемся его вывести на профессиональный, на стабильный уровень. Что-то у нас получается, что-то не получается, но сегодня было видно, он играл для команды. Не все получалось, не все как бы задуманное, но в конце, да, то есть мог решить сейчас, когда Серега ему закинул, да, головой. Густаво чуть ошибся с выходом, то есть мог решить исход матча. То есть таким мы его хотим видеть, то есть еще более, когда он еще нацелен на ворота и когда он забивает, это вообще суперфутболист получается. Поэтому ему есть куда расти, ему есть куда стремиться, тем более, еще раз повторяю, что он не молодой игрок, он уже должен стабильную игру показывать. Все в его руках, но прежде всего, думаю, что дело голове, если он себя настроит, он может играть.